Ну вот что, наверное, мы тут все были в чем-то неправы. Господа, решением Ганноверского суда в связи с успешным завершением эксперимента... Раз уж так все сложилось, так пусть уж идет, как идет. Приказано, высочайшим повелением приказано считать подсудимого бароном Мюнхгаузеном. Правильно. И вот тут некоторые стали себе позволять нашивать накладные карманы и обуживать рукав. Вот этого мы позволять не будем. Виват, господа!